have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Танжен Мастер. Так уж и быть, скажем вам, это вторая наша попытка записать этот режим. Надеюсь, что сегодня все получится. Psycho Tower, давайте посмотрим. Потому что предыдущий раз, когда мы сюда подошли, почему-то вся игра зависла, весь сервак. И мы ничего не могли сделать. Хотя очень хотелось поиграть, здесь очень классные... 3, 2, 1, а почему меня не забрали? Go! Обойдешься. Нет. Блин, парк с курицами. Я, в принципе, так-то не очень хорош в паркурах роблоксовских. А почему здесь уже все умерли? Наверное, потому что они все умерли. Блин, еще и на время это все. Да это легко, но ты чего так не можешь пройти это? Не могу. Вот я это вообще максимум. Где-то за секунд 20 могу. Есть! Победа! Победа, победа! Победа! You win! У меня вообще самый большой левел в этом. Крутяк! Первая же игра, первая победа. Неплохо. Я хачебас. 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 Пишите хэштег хачебас. Да. Кстати, количество игроков довольно-таки приличное. Нормально, позаходили люди поиграть. Видимо, реально, первый раз, когда мы пришли, здесь было 4 человека, и я думаю, что людей не было именно потому, что сервер подвис. Сейчас вроде как у них все стабилизировалось. Color Temple. Давай или Shark. Давай Shark Attack. Я хочу Skipper Spinner. А, ладно. С твоим пингом он тебя убьет нафиг. Нет. Да, прикинь. Нет. Yes. 3, 2, 1, ой. Go! Да он всего лишь потихоньку вверх поднимается. Dark Knight. А! Я ж тебе сказал, что с твоим пингом ты сдохнешь первым. А я как... Офигеть, это пока я ржал, я тоже сдох. Нормально, нормально, хорошо. Как, правда, я не понял, ну ладно. Я потом в записи хочу посмотреть. Карма. Потому что мне показалось, что я прыгнул нормально, блин. Это карма. Это, да, это карма. Смейся, смейся. Так, осталось двое. Есть, все. Дэвид выиграл. А, тут нету выигрышек, тут нужно тупо дожить до конца. Ха-ха-ха. Чувак, возможно, ты тоже еще сольешься. Хотя он неплохо прыгает. Hurry up! Hurry up! Слушай, у него есть шляпа, которая стоит 150 тысяч рублей. Неплохо, неплохо. You lose! You lose. А, прикольно. Я не хочу, you lose. У тебя без выхода. Так, у нас... Больше не буду выбирать Skipper Spinner. Gem Machine? Нет, Gem... А зачем мне Gem Machine? Это чтобы увеличить сложность в одном раунде. Не, спасибо. Я, пожалуй, переживу это. Надеюсь. Да посмотри, там в клетках... А, чувака зовут... You know me. Ты меня знаешь. Алинка, Калинка. 1000. Почему 1000? Крутое имя это 2000. 3000. Все, что с добавкой 3000 звучит круто. Look, prisoner to test with. О, босс, что ли? Давай призрака, призрака. Маг. Это ведьма. Или ведьма, ладно. А, нет, это сумасшедший маг. Это маг. 3, 2, 1, go! Черт, я не помню, что он делает. А я помню, что он делает. Фига себе смех. Да, смешок прям. Смотри, здесь миллионы людей уже
Хорош умирать. Умер по творение. Умиротворение. Умиротворение. Ну, умиротворение, да. Умиротворение. Ой-ой-ой. Ёлки, вы чё? Лесом иди! Это опасно стало. Ап! Привет! Апчи! Нет! Да фигов ты, визард, иди нафиг! 10 секунд! Hurry up! Три. Еще раз не запустишь, все, уже не успеешь. Не успеешь, тварь! Не успеешь! Я победил! Победа, победа! You win! Да, победа! То есть, было написано, закончили раунд, и после этого у меня упал метеорит, и я сдох. Но я победил, а-ха-ха, потому что это случилось вовремя. Блин. Этот скинчик, кстати, прикольный, глянь. Он слишком розовый. Да, но он хорошо сочетается, и тут есть Бэйби Йода. И у нее есть Зая. Здесь слишком много Бэйби Йод. О, давай Бэйби... Пом Раннер, давай. Я хотел сказать Пом Раннер, а сказал Бэйби Раннер. Бэйби Раннер. Убегай не от младенца. Да ладно, Psycho Tower опять. Ну да ладно. Это круто. Нет, ну это круто, просто 3, это уже было сегодня. Ой-ой, нифига не вижу. Go. Попрыгать по всяким книгам, по всяким жопам полазить. Ой, чуть не упал. Ну, я упал, но чуть. Так упал или упал? Я упал, но чуть. Что здесь Давид, у которого ник не Давид, здесь делает? Опа! Слушай, ты знал, что это у чувака с ником Давид? У него ник не Давид. Финиш. You win. Finish him. You win. Крутяк, хорошо. Games difficulty. Ну-ка. Какой у нас будет я следующее хочу испытание? Босс. Был только что босс? Ну, я хочу еще одного босса. Босс, абсос. Ладно. Акулы. Дайл Трабл, может быть? Да, но нет. Давай Хаус. Пир Хаус? Да, Пир Хаус. Да, хорошо. Там будут на тебя нападать акулы. Акулы. Звучит знакомо. Очень знакомо. 3, 2, 1. Go! О, нет. Воу-воу-воу, чё про... А, так понял. Вот что нужно делать. А, так лучше всего здесь стоять, здесь как раз, где бы ты ни стоял, ты всё равно выиграешь. Оп. Видишь, как удобно? Низи. Блин, чуваки с крыльями, читеры. Вы же летать умеете? А, нет, не умеете. Ах ты ж. Да это реально легко. Ха-ха-ха-ха. Ёшки-макарёшки. И чё? Нет. Hurry up! Фух. Все? Все. Вот последнее было немножко страшно. You win! 500 экспы. 13 уровень. Красиво. Уровень подняли. Хорошо. Ну, чувак говорит, что он идет спать. Ну и... иди. Видишь, этого Давида зовут Рицио. Рицио. Маркони Карло. Ладно.
таки культурная, даже непривычно. И что? Слишком культурная люди. Культурно-мультурно. Так, куда мы идем? Шарк-атак. Шарк-атак хочешь? Шарк-атак. Может, Temple Revenge? Ладно, пойдем Шарк-атак. Если будет Temple Revenge, то будет не круто. В принципе, не знаю, что это за мод, но не хочется. Шарк-атак. Three, two, one. Блин, go. Я уже тоже знаю. Я не хочу. Да, ну это было нереально, ладно. Блин. Это сложно, нифига. Я больше не буду выбирать акулу. Оно это жрет. Давай, остался последний человек. Беги, заяц! Умри! Давай, прыгай! Ну это офигеть как сложно. Ну, как бы нет, на самом деле не офигеть как сложно, просто... Я раньше это на изи проходил, это был как-то сложно. Все, заржавел. Скатился, фу, отписка. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, есть? Может, Fish Frenzy? Может. Или Sword Mania? Давай Fish. Давай Fish Frenzy. Fish Frenzy, don't get hit by fish and careful on the bridge. Three, опа. Two, one, go! А я не помню, чтобы такое раньше было. Это рандом, это рандом. Есть такое ощущение, как будто будут с платформы... Чуть в меня не прилетела эта штука. А я на одном месте стою, понимаю, что рыба меня боятся, потому что я кот. Красота. Рыба слишком страшно меня кушать. Блин! Блин, вы чё? Меня рыбы в любом случае не тронут. Вот это сейчас будет ГГшечка, мы тут 20 секунд на одном бревне не устоим, вы чё? Стоим. А, всё что ли? Hurry up! Я же сказала, рыба меня боятся, я вообще всех рыб съем. Ну это, кстати, была интересная игра, мне понравилась. Идите сюда, твари, я два раза слышу. Чуть рыба и не пришибла. Меня рыбы боятся. You win! Я каждый день кушаю рыбки. Хорошо. 1000 экспы. Кстати, да, 1000 экспы, по-моему, давали по 500 до этого. Да. 100 монет. Монет, это, конечно, тоже неплохо. Что-то можно было по этому же покупать, да? Ну, теперь уже нельзя. Блин. А чё мне ребята в комментах писали, типа, пойди купи пэта? Ну, то есть раньше же, да, можно было. Думал, опять вернули эту опцию. Ну, в общем-то, из-за того, что эту опцию убрали, я просрал очень много еды. Очень дорогой еды. Чёнька. Да! О, ковбой. Да, сумасшедший ученый, у которого мозги вылазят из головы. А, я думаю, это ковбой. Чё? Crazy Scientist, да, сумасшедший ученый у нас. Ой, вот это я помню, кстати, это тяжело. Да, легко это. Здесь просто зелья летают, и молнии в тебя... Ага. Я же говорю, легко. Это легко, бах, полкарты смело этой штукой. Это легко. Это и вправду легко. Здесь даже прыгать не надо. Ты еще напиши такой в чатике, easy. Написал. Ай, блин, точно. Поушены. Поушены! Поушены летают! Да легко это! Изи. Сейчас тебе прилетит лампочка в рот, я на тебя посмотрю. Тут сейчас, по-моему. Да. Тесла. Вот эта фигня, Тесла. Давай, Hurry up! Меня вообще не трогает.
молнии через меня проходят. И, в принципе, электромен. Затащили. Неплохо. Я прям, в общем, в чатике так и написал. А что XP дает красиво? По штука. Надеюсь, никаких авторских прав за это не прийти. Кстати, тут же была какая-то штука такая прикольная. Ну-ка, если она осталась. Вот, ты про ту секретную комнату? Да, сюда же можно как-то... Я не помню, как туда зайти. Она там есть, я помню, как туда зайти, но мне лень. А я не помню, как туда зайти. Ладно, может быть, Foursquare возьмем? Шарк Атак уже было, Call of Temp. Давай Foursquare. Ой, я нашел секретную комнату. Молодец. Все, я в тюрьме, выпустите меня. Прямо в раунд выпустите. Call of Temp, блин. Ладно. Нет! 3, 2, 1, go! Чего-то мало. Yellow. Да, ну там же оранжевый нарисован. Да, но написано-то yellow. White. Это серый. Это чёрный! Это подстава! Я сам не в ту сторону побежал изначально. Наверное, это... Розовый! Розовый! Какого фига? Вот такого фига, чувак. Это подстава называется. Ай-яй-яй. Давай на белый обратно. Hello. Это оранжевый. Не что, дальтоники? Нет! Это реально черный. Покажи указательный палец. You win. Указательный палец. Это вот то же самое, тебе когда говорят желтая подставочка и дают оранжевую подставочку. Когда мозг не срабатывает. Переклин мозгов. Просто. Елки. Фух. Может, Steven Sanity? Да, давай. Давай. Почему бы и да? Почему бы и да? Я не помню, что там надо делать. Я ну ладно. Survive the long and long hit. Three, two, one, go! А почему я синий? У меня же не синяя одежка. Пофиг на тебя. Просто. У меня же абсолютно не синяя одежка. Блин, у нас минус один, ну вы фигали так. А, ну у вас тоже. У нас тоже. У вас минус два. Фиг. Слушай, а почему этот чувак проходит сквозь? У тебя читак в команде. Че, правда? Это не круто. Кто-то из вас умрет. Я знаю точно наперед. Сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, я маньяк. Ну, наша команда побеждает. Hurry up! Чем не умирайте? А чё ты не дохнешь? Да ты меня засмешил! Ты меня засмешил! You win! Какая... О, 1500 XP, да! Все честно. Коньки берем и отбрасываем. Все. Блин. Нафига. Нафига меня смешить надо? А че ты повелся? А? Не люблю людей, которые так поступают. Но ты же не человек, так вот. Да, все. Ты против меня ничего не сделаешь. Спинов скипер. Да. Пиркелс. Пожалуйста, давай спиннер. Пиркелс.
Three, two, one, go! Да меня не тронут эти акулы, они слишком боятся меня. Как? Минус. Легко. Слушай, нафига ты бегаешь? Иди ко мне здесь, без ука. Ко мне, давай. Погоди. Это была просто подстава века, ты мелкий. Что тебя? В ту секунду, когда я наступил на твою плиточку, туда прилетела акула, и мы все просто туда жух, и все. Иди ко мне, кис-кис-кис, блин. Подставщик фигов. Что произошло? Я нифига не понял. Ладно, ребятушки, вот такой сегодня у нас был ран. Ай, ну проиграли последний, ничего страшного. Дадут экспы, чтобы... You lose. Да, дали 610 экспы, кстати, неплохо. Тут, видимо, работает какой-то мультиплайер экспы. Так что все нормально. Все, ребятушки, спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек, всем покеда.